Всем доброго дня. Вот на этой вот площадке нам нужно будет установить навес размером 6 на 6. Навес будет использоваться для двух автомобилей. И в придачу нужно будет заменить вот эти ворота. То есть здесь стоят распашонки. На это место мы поставим обычные также откатные ворота. На часах у нас сейчас 7 утра. И сейчас начнем сбор. Пришла весенняя пора. На сборы ехать нам пора. Спустя полтора часа сняли старые ворота, сделали разметку, установили опоры для ворот, установили опоры для калитки, поставили 6 опор для навеса. И, соответственно, установили пятку, которая будет служить элементом крепления ворот. Установили ворота, установили калитку. Сейчас отбиваем горизонт, то есть обрезаем столбы, чтобы они были все ровненько, идеально стояли. И, соответственно, сейчас приступим к установке лак. Накинули лаги, сейчас приступили набрасывать стропильные фермы. На 6 метров длинный навес у нас 5 стропильных ферм. Сейчас их набросим и приступим укладывать обрешеточку. Набросали все стропильные фермы. Сейчас по заранее отмеченным линиям устанавливаем обрешетку. Обрешетка у нас здесь 11 штук. Шаг по центрам где-то 62 сантиметра. Сейчас набросаем полностью обрешетку, полностью проварим конструкцию, все прокрасим и будем накидывать полипропан. Ну вот, как говорится, и все. Заменили старые ворота на новые. Здесь бы стояли старые распашные ворота, мы поставили новые откатные ворота и установили калиточку. Размер ворот у нас получается 4 на 2 метра высотой. Калитка здесь у нас 1 метр на 2 метра высотой. Навес установили размер 6 на 6. У нас по кровле подразумевается под 2 автомобиля. Навес стоит на 6 опорах. Сечение 100 на 100. Толщина стенки трешка. Стропильная система у нас здесь 40 на 25 полторашка. Лага-ригель также 100 на 100 трешка. Обрешетка 40 на 25 полторашка. Поликарбонат коричневый 8 мм. Вся конструкция покрашена у нас молотковой эмалью Дали. Краска очень хорошая, смотрится хорошо и стоит очень долго, качественная краска. Вам спасибо, что посмотрели данный ролик. Если какие-то вопросы есть, пишите комментарии, обязательно отвечу. Если вам нужен навес или откатные ворота в кратчайшие сроки и, как говорится, по гуманной цене, обязательно звоните, все ссылки есть в описании данного ролика. Хорошего дня, всем пока!